В Чувашии с двухдневным рабочим визитом находится руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Сегодня они встретились с Михаилом Игнатьевым, чтобы обсудить перспективы развития архивной службы республики. Главная проблема отрасли – соблюдение правил хранения архивных документов. В Чувашии 3 государственных и 25 муниципальных архивов. В целом это почти 3 миллиона единиц. Для них нужны особые условия. Реконструкция государственного исторического архива, завершившаяся на днях, велась за счет средств республики. Это очень важно, сказал Михаил Игнатьев. Внедрение новых технологий хранения позволит теперь закрыть тему нехватки современных хранилищ. В этом архиве созданы условия для того, чтобы документы вечно хранились. Нас с вами не будет, детей наших не будут, а документы будут целостны, сохранности там. Условия созданы для того, чтобы люди, пользователи, потребители приходили в архивы и работали там в этих условиях. Ну и остальные условия, связанные с внедрением информационных технологий, современной техники, они там все созданы. И, конечно, в этом большой вклад руководства республики.